Депутат Госдумы от Чувашии Алена Аршинова намерена участвовать в парламентских выборах 2016. В местном отделении «Единой России» зарегистрировали ее заявление на участие в предварительном партийном голосовании «Праймерис». Алена Аршинова получила парламентский мандат от Константина Косачева, перешедшего на государственную службу. 4 года она работала для Чувашии и готова продолжать начатое дело. Я постаралась сделать все, что я могла. Набралась опыта, и у меня в республике появились друзья. Я бы хотела продолжить работать для жителей Чувашской республики и работать в той команде, которая сегодня представлена, потому что, на мой взгляд, команда сложилась эффективная, и мы стараемся друг друга дополнить. Предварительное партийное голосование региональное отделение «Единой России» проводит 2-й год подряд. Ни один из кандидатов не сможет участвовать в выборах, не пройдя праймерис. Партийное голосование – испытание серьезное. Одно дело соперничать с политическими оппонентами, как это бывает на выборах, и совсем другое – с соратниками по партии. Это та ситуация, это та кампания, где реально можно понять, кто ты, что ты, и что за твоей вот реально спиной? Какова поддержка нашего избирателя? То есть момент очень ответственный. Я думаю, что не каждый, конечно, готов сегодня пойти на этот шаг. Но, как я уже сказал, ждем своих коллег и всех тех, кто неравнодушен к нашей республике, к народу, который проживает в Чувашии. Предварительное партийное голосование намечено на 22 мая. Заявление на участие в праймерис оргкомитет принимает по 10 апреля. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.